замечательный случай 4 декабря на выборах депутатов Госдумы и так далее. Я потеряла права водительские, просто где-то выронила из кармана. Единственным местом, которое у меня попало под подозрение, был мой избирательный участок. И уже поздно вечером, когда я обнаружила, что у меня в кармане, значит, нет моих прав, я позвонила в свою территориальную избирательную комиссию. Слава богу, что у нас 21 век, они не отстали, выложили все телефоны на сайте. Я позвонила уже так поздно-поздно, девушка взяла трубку. Я говорю: знаете, мне кажется, я сегодня на избирательном участке потеряла свои права. И после продолжительного молчания она меня спрашивает: а почему вы так думаете? Ну, я, конечно, рассмеялась и говорю: нет, вы знаете, вы меня не поняли, не права избирательные, а права водительские. Вот, но если рассуждать в терминах клиент и услуга, то мне очень понравилось, что я имею дело с профессионалами. То есть в первую очередь она подумала о том, что она мне предоставила некачественный сервис, и мои права избирательные могли быть нарушены, хотя вот по идее все вот призвано для того, чтобы мне обеспечить реализацию моих избирательных прав. Поэтому нам хочется верить, что мы идем к светлому будущему, и что рано или поздно наши избирательные права будут реализованы. Я смотрю, Госдеп, ты тебе хорошо промыл мозг. 2001-2002 год я ездила в Штаты по программе обмена, которую оплачивал Госдепартамент США. К сожалению, за обамовской компанией я наблюдала исключительно в Фейсбуке и по переписке. Но тем не менее, по моим ощущениям, для них это гигантское шоу, за которым следит вся страна. У меня сложилось такое ощущение, что они все были очень включены в эту тему, наблюдая за всем этим делом в интернете, по телевидению. И это все гораздо более зрелищно, чем у нас. Я тогда, может быть, не воспринимала вот всего воздействия Госдепа на мозги. Может быть, что-то действительно было, но я думала, что это просто вот праздник для меня 15-летний. Вот, поэтому будем считать, что промыли. Тогда, да, может быть, и промыли, но я не поняла. Поэтому настолько это, видимо, сейчас глубоко во мне. Что прям тебе хочется ходить на выборы. Что прям мне прям хочется ходить на выборы.